Так, вот как-то так, сейчас немножечко настроим. Так, у меня экран не настраивается. А можно убрать вот баннер мой? Так, Так, ну все, немножко мы настроились, чуть-чуть все подзадержалось. Кто-то из моих ушел, девочек, потому что меня ожидали в 21:30. Ну ничего страшного, накладки бывают, сейчас пытаются опять зайти. Всех приветствую. Добрый день. И так уж получилось, что у меня сегодня чуть-чуть будет смазанный вебинар, потому что... Ольга, я же в 23 должна закончить, да? Подтвердите мне, пожалуйста. Сейчас нам администратор подтвердит. Во сколько я там что должна закончить? Вот, ну, самое главное, что мы сегодня все-таки проведем обряд. Да, все правильно, в 23 проведем обряд на оздоровление и излечение. Поэтому прошу заранее подготовить соль. Соль желательно крупная, крупная морская. Вот это вот, знаете, такая вот, ну, самая-самая дешевая. Каменная соль. Ну, в общем, если нет, короче, любую соль. Все, что есть. Уж как-нибудь будем исходить из того, что есть. Потому что в данном случае я хочу дать вам этот заряд на побольше, и мы его запишем на кристаллы соли. То есть вы будете потом себе чуть-чуть подсаливать, но кто насколько растянет. Значит, соли у вас должно быть так, чтобы вы вот так в одной ладошке вот так вот, так, камеру пытаюсь поймать, жменечку, жменечку вот так вот держали. Так, а что, видео нет? Девочки, нет, нет, соль надо будет кушать, поэтому соль это просто есть морская соль, продается в отдельных пачках. У кого нет видео? А у кого есть видео? Мне еще говорили, что можно перезайти с другого браузера, если кто-то что-то не видит или не слышит. Повтор, будет запись, можно будет посмотреть записи. Но вы учитываете, что обряд живьем намного сильнее, чем обряд в записи, хотя в записи тоже можно проходить. То есть самая сильная концентрация обряда, если вы заказываете индивидуальную работу, то есть я работаю напрямую с человеком, он меня чувствует. Ну, кто у меня был, они уже знают, как они меня чувствуют, прям как я там у них копаюсь, все это делаю. А вот чуть пониже и поменьше интенсивность обряда и, соответственно, изменения происходят, когда я работаю вот с вами живой на вебинаре, но вас много. И, естественно, снижается концентрация, когда вы смотрите это в записи. Да, оно работает, оно действует, но уже не так интенсивно. То есть, ну, как говорится, доза снижается. Вот, так что сегодня мы будем говорить о здоровье. Сегодня мы чуть-чуть затронем влияние здоровья на личную жизнь и денежный карьерный канал. И больше дадим на запуск программы очищения для того, чтобы тот обряд, который мы проведем, ту соль, которую мы зарядим, чтобы можно было использовать. То есть вы можете ее использовать на фоне того очищения, что я вам дам. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность приготовки ручки, бумагу записывать. Вот. Ну, у кого нет возможности, потом может в записи посмотреть мой вебинар и, собственно, все рецепты записать, ничего там особо сверхъестественного нет. Ничего такого дорогостоящего, ничего сверхъестественного. Просто это народная мудрость и то воздействие, которое в конце окажу на вас я. То есть, когда мы будем проходить обряд и зарезать соль, чтобы у вас подольше этот процесс задержался. Ну, я
Валентина пишет, что перезашла, видео нет. Я не так технически подкована. Я даже не... Сейчас я попробую, ну, если меня кто-то видит, то это как бы не с моей стороны проблема. Но на всякий случай отключим свет. Так, вот что-то понажимала, тут проверьте, пожалуйста, есть ли у вас видео появилось. Появилось, да? Все, я поняла. В общем, я у себя антивирус. Пожалуйста, если у вас видео появилось. Появилось, да? Все, я поняла. В общем, я у себя антивирус. Пожалуйста, покажите, вы меня хоть видите, слышите, потому что у нас какие-то технические прям проблемы. Все, значит, все получилось. Все супер, все хорошо. Значит, девочки, соль надо держать в мешочке. Вот все такие заряженные вещи, но нельзя их экранировать, то есть там никакими банками, никакими этими вещами. То есть оно должно дышать, оно должно набираться эманация, то есть от вас, от энергетики вашего дома, вашей квартиры, в то же время оно должно излучать. То есть потому что вы получаете эффект не только когда ее употребляете в пищу, но когда она просто лежит, и то есть излучает вот эту вот энергетику оздоровления, то есть тогда это будет... Ну, Александр, ну вот, к сожалению, вот вы пишете, что видео крупное, это садит трафик интернета, сделайте видео поменьше. Не могу я угодить всем. Вот, ну, никак. Ну, вот никак. Снизьте у себя настройки, чтобы не так у вас кушало трафик. Потому что если я его делаю меньше, у нас, к сожалению, у многих девушек видео пропадает вообще. То есть, а им тоже хочется...